Всем привет, это Такси Маней. Значит, по просьбам трудящихся и т.д. и т.п. меня попросили очень многие люди, чтобы я записал, какая тачка сколько зарабатывает. Значит, это супер-мега проект, который работает, по-моему, с 2014 года и платит. И почему он так долго просуществовал? Потому что здесь нужен ум и мозги. Здесь не выйдет, как знаете, в проекте за бутылку пива, который сделан, закинуть туда 1000 рублей и на депозит, и оно вам будет там что-то майнить. Здесь нужны именно мозги и умение считать. Ну и количество какое-то времени вашего. Значит, игра удобная, можно и на телефоне, можно и на компе. Я играю на компе, моя жена играет и на телефоне, и на компе. Значит, какая тачка сколько добывает? Все знают у меня на канале, что этот аккаунт юзает моя жена. Я его юзаю процентов 20 времени, когда что-то записываю. Или же там, не знаю, подменить ее нужно. В общем, приступим к самым таким, знаете, тачкам первого уровня. Значит, я много тачек отдал в этот, как его, в чужие руки, в аренду. И сейчас посмотрим. Поменяем фильтр. Но надо сдать. Пускай оно. Так, значит, вот, видите, сколько тачек в аренде. Жак, это премиальный, который дается за пополняхи в этом месяце. Весты, это в прошлом месяце давали тоже за пополняхи. Копейки Pro. Значит, начнем с Копейки Pro. Эти тачки уже в аренде, по-моему, 3 дня. Давайте посмотрим, сколько она там зарабатывает. А, я не могу, что ли, смотреть. Короче, только показывает. Ну, в общем, Копейка Pro зарабатывала у моей жены 10 рублей в среднем в день. Или чуть больше. Вот как-то так. Но это Копейка, первый уровень. Единственное, чем она отличается от обычной Копейки, тем, что она привозит энергию. То есть у нее есть бонусы. А так, это обычная, та же самая почти Копейка. Так, перейдем к Весте. Жалко, что, короче, не могу показать именно, ну, можно посмотреть по контракту, сколько я выставлял. Я выставлял в среднем, вот видите, в среднем моя жена зарабатывала на Весте до 20 рублей в день, но тут типа как 70 на 30, чувак мне приносит где-то по 11 рублей. Но самому, конечно, если играть все в копилочку, все себе, то выходило 20 рублей, а так где-то вот 12-10. Видите, это он в конце дня тогда ее взял в аренду, и сейчас только 11 часов, поэтому не полный день. Ну а так, в принципе, за 3 дня чувак катается и приносит 10-12 рублей. Но если самому ее юзать без аренды, то она добывает где-то 20-ку в день. Насчет. Это тачка второго левела Веста. Она тоже привозит энергию. Очень хорошая. Там заряжает. Короче, если у вас она есть, у вас с энергией проблем не будет. Так, идем дальше. Что у нас тут? Ну, Жак тот же самый, по идее, как и Веста. Только он чуть лучше по доходности. Он там приносит не 20 рублей в среднем в день, а где-то 25. Следующая у нас Optima идет, тачка обычная, третьего уровня, стоит почти 5000 рублей, без всяких этих вот акций, без и по акции, там, по-моему, она и троячку стоила, или сколько-то там, поправьте меня. Так, она у меня не в аренде, можно посмотреть информацию. Значит, было добыто на этой тачке почти 2000 из 20 тысяч возможных. Так, смотрим статистику доходности.
Значит, ну, в среднем эта тачка в день добывает 30-35 рублей. Вот видите, с 10 ноября по 10 декабря было добыто 861 рубль на ней с половиной. И вот такая вот статистика по дням. Можно сделать больше, ну какой смысл? То есть календарь от самого начала. В общем, за месяц вот такая вот статистика. Вот иногда и 36. Ну, короче, видите, смотря сколько у моей жены там было времени. То есть вы же не думаете, что она там прям сидит вот возле компа или возле телефона прям, ну, онлайн 24/7 и не отходит никуда. Нет, конечно, у нее маленький ребенок, поэтому она там, эта игра чем удобна, что здесь не нужно все время именно сидеть. Здесь есть такой, знаете, звоночек, оно тебе звенит, и ты забираешь заказ и выставляешь его. То есть просто у нее дохренища машин, и вот эти вот самые низкоуровневые, которые там дофига капчно проходить, я их все сдал в аренду, чтобы у нее было больше времени. А самые топовые, естественно, отдал, ну, ей в использование, чтобы она на них зарабатывала. Потому что самые топовые тачки в аренду отдавать бессмысленно, потому что зачем отдавать кому-то бабки, если ты можешь сам их заработать. Это, ну, вообще, ну, невыгодно, это тупо. Это все равно, что... Ну, короче, даже не буду приводить примеры. Поэтому выше второго уровня вы в аренде тачки никогда не видели. Даже Весты и вот эти вот Жаки, их никто никогда... Ну, редко, короче, сдают в аренду. А я по доброте душевной сдал, потому что было жаль жену, потому что там было больше 45 тачек. И, короче, все заюзать по 1000 капч. Но это было, короче, ужасно. Так что Веста, ой, не Веста, Оптима зарабатывают 30-35 в среднем в день. При вашей загруженности, если вас никто не отвлекает, вы там в телефоне можете, даже если вы не работаете дома, а где-то идете на работу, то на телефоне зашли, приняли заказ, и у вас есть 1,5-2 часа времени, чтобы работать, и потом заходите и обратно берете и сдаете заказ. Так, дальше. Хавал. Сейчас вот сдадим заказ. Хавал — супер универсальная тачка, давали в прошлом месяце. Видите, за каждый этот приезд, блин, жалко, что вот эта херня заглючила, сейчас я обновлю. За каждую сдачу задания она привозит энергии 2300, энергии 2500, короче. Это она в банк энергии вливает. То есть за каждый сданный заказ, а их 4 всего, она привозит нормальной энергии. И вообще ждать не надо перезарядки. Кресло самое первое юзанули. Не знаю, зачем я прокачал иногда вторые кресла. И берем заказ. Сейчас возьмем это все и потом посмотрим на статистику хавала. На хавалы я стараюсь жене вот эти вот херни применять, которые отключают капчу, потому что 4 капчи на каждом хавале, а их здесь 15 штук. Это реально, ну короче, задал бывает. Так, инфо. Смотрим инфо. Значит, хавал тоже может 20 тысяч добыть и привести 12,5 миллионов энергии. О, этот уже привез почти 500 000 энергии. Так, бонус в турнирах еще дает. Ну, заработано на нем 642 рубля. Статистику доходности смотрим. Значит, хавал в среднем за день может привести где-то 60 рублей. Максимум она привозила 70 за день, видите, то есть как когда. Тут такие вот, ну, этот хавал новенький, он с 26 ноября всего лишь, поэтому, ну, статистика такая, короче говоря, самый ленивый может на хавале привозить от 40 до 50, а более-менее такой проныра, задрот, сможет от 70 и выше привозить. В общем, хавал — нормальная тачка, энергетик такой нормальный, то есть на нем нормально можно энергию свою регенерировать. Прикольная тачка, она мне нравится, поэтому их 15 штук у меня. То есть с энергией проблем практически никогда не возникает. Так что, в принципе, супер тачка, всем рекомендую хавал. Может быть, когда-то он будет еще продаваться. Ну, его можно купить, конечно, в магазине. По-моему, вот сюда заходим, в такси. Бонусное авто, 3 уровень, показать технику. Тут видите, сколько всего. И должен быть хавал. Отличник. Вот хавал, да. Вот он. Его можно купить.
Так что, если его у вас нет, вы можете, и вам не втерпешь, вы можете его купить именно здесь. Так, дальше у нас идет, давайте Audi возьмем какую-то халтуру, чтобы не простаивало. Ну вот за двадцатку. Ладно, короче, не будем. Обычно я, если не X, ну, как это, не прокает, типа X2, X3, я пропустим. Ну ладно, пускай, пропустим. Может, через пару минут, как 10 минут подождем, оно регенерирует, и может какое-то лучшее задание попадется. Так, следующее у нас BMW. Тачка 4 уровня. Сколько она стоит в магазине? Без скидки. Так, 15 тысяч, грубо говоря, она стоит без скидки. Тоже хорошая тачка. На ней можно нормально зарабатывать. Смотрим, сколько она привозила. Так, где она? Инфо. Значит, пока. Значит, заработала на ней 5000 рублей из 60 возможных. Покажем историю. Значит, в пике жена зарабатывала где-то 140-150 рублей. Это в пике максимум. Значит, ну а в среднем где-то 100 рублей она привозит. В среднем. За день. То есть вот такая вот точила. В принципе, супер тачка. Если кто хочет, берите, не пожалеете. Вообще шикарно. Так, идем дальше. Бонусная тачка Escalade. Это 4 уровня тачка, энергетик. Сразу берет 3 задания. Вот покупать там же, где я и показывал Haval, только в 4 уровнях. Ну, здесь в магазине, там, в бонусных тачках. Только 4 уровня. Значит, она недавно здесь. Стоила почти 20-ку. Ну, смотрим, сколько она привозит. Статистика доходности. Значит, она у меня с 30 числа. Ну, в день можно на ней зарабатывать до 200 рублей в среднем. Если вы задрот, 250-300 полюбасу вы перевезете. Так что супер. Шикарная тачка. Возим на ней халтурку, и сейчас начали возить на ней эти премиум заказы, которые на пассажирский счет идут. В общем, шикарная тачка, ничего не могу сказать вообще о ней такого плохого. 3 задания сразу берет, если они прокают, вообще шикарно. Там и по 30 рублей можно за одно задание привезти, за одно из трех. А так и по 60, и по 90, если 3 задания прокнут, X3, короче, можно нормально привезти. Так что супер, всем советую. Так, ну и мои любимчики пошли. Audi. Audi вообще супер тачка. Это тачка 5 уровня. Вот сколько она стоит. Стоит она 25 тысяч почти без скидки. Со скидками там вообще. Блин, жалко, что тогда на скидке не закупились. Ждем, короче, следующих скидок. Надеюсь, они скоро будут, потому что новогодние праздники и т.д. и т.п. Я очень на это надеюсь. В общем, 25 тысяч стоит без скидки. Привозит она. Сейчас посмотрим. Audi. Так, инфо. Значит, заработать на ней можно сотку. Было заработано 8500. История, статистика доходности. Значит, максималку в день можно привезти почти 500 рублей. Но если задрот, можно и 600 привезти по-любому. Значит, с 10 по 10 за месяц такая вот статистика. В среднем можно возить 300 рублей в день. Ну, а на максималке, я же говорю, там и 500, и 600 рублей можно возить. Так что смотрите сами, решайте сами. Я советую вот эти вот тачки. Это вообще шикарные тачки. Вообще, ну, то есть горе не будете знать. В общем, супер тачка. Так, смотрим дальше. Самое мое любимое — это Maybach. Смотрим статистику по Maybach. Maybach — это вообще шикарная точила. Без скидки стоит почти 50 тысяч. Со скидкой, по-моему, 39 стоило. Я одну со скидкой урвал. Значит, инфо. На ней можно 200 штук заработать. На этой было заработано 5000. Ну, это новенький какой-то Maybach. У меня их 3. На этой 5000 было заработано. Ну, вот статистику доходности смотрим.
Да, это новый, надо какой-то староватенький. Чтобы было более-менее понятно. Может быть, этот староватенький. Да, 27 левел, этот самый старый. Инфо. Да, здесь на нем было 12300 заработано. Статистика. Значит, на нем в день можно привозить до 1000 рублей спокойно. Ну, а жена вон 800 с чем-то максимум привозила. Ну, а так, если вы не задрот, а играете там, знаете, постольку поскольку, 600 рублей стабильно в день можно привозить. В общем, как-то так. Так что смотрите сами. Вот это вот вообще топовая тачка. Если у вас есть майбахи, обмазывайтесь ими, если будут скидки на майбахи. Ну, вообще, скидки на все тачки, то самыми топовыми тачками обмазывайтесь. И будете себе нормально себя чухать. И горя не будете знать. Да, так что супер-мега точило. Ну и давайте перейдем к бульдозерам. Значит, по бульдозерам у меня тут тоже в аренде я второй левел сдавал. Ну, B600 хороший бульдозер второго уровня. На нем можно возить в среднем, если не сдавать в аренду, 17-20 рублей в день. Это если будет он у вас. А если в аренде, то видите, 12-14 рублей он привозит в аренде. То есть хорошая рабочая лошадка, добывает серебро, прикольный бульдозер, всем советую. Ну, он акционник, он энергию добывает тоже. Поэтому давали в прошлом месяце, можно его также приобрести там, где и ховалы, только в разделе бульдозеры. Так, значит, C700 Lite, это чуть хуже версия, чем C700. Такой бонусник за прошлый месяц давали за пополнение 20 тысяч. В общем, ничего плохого о нем сказать не могу. Добывает золото. О, нет, платин. Платин добывает. Давайте посмотрим, сколько он привозит. Я сам еще никогда не смотрел, если честно. Ну вот один день стрельнуло вообще до 35. Ну короче, жена на нем возит в среднем где-то 20-ку в день. Но можно, если вы задрот, и 35, и 40 привезти. В общем, такой вот бульдозер C700 Lite. Сейчас посмотрим топовую версию. Просто C700. Так, давай. Где он? Вот C700. Его топовая версия. Так, значит, можно 20-ку на нем добыть. Было добыто 1600. Так, смотрим доходность. Ну вот, на нем в пике можно до 40, до 45 возить в день, если вы задрот какой-то. Ну а так в среднем 30-35 можно на нем в день возить. Жена по 25 возит, ну иногда вот пробивает. Так что хорошая рабочая лошадка C700. Это третий уровень, напоминаю, бульдозеров. Возят платину. Ну и вот осталась у меня техника. У меня нету топовых бульдозеров. Надо будет себе купить топовый 4 и 5 уровень. Еще есть вот C800 и C800 Lite. Есть вот Lite. Давайте с Lite начнем. Это дают в этом месяце, если вы пополняетесь там. Значит, Lite, он у меня относительно недавно. Способности. Ну, способности понятно. Короче, так, на нем можно 12 тысяч привезти, тоже энергетик, значит, добыто было всего 27 рублей, ну, он недавно у меня, значит, по доходности тут судить сложно, но тоже где-то 15-20 на нем можно по-любому в среднем привозить, так как он у меня сколько тут, полтора дня считается где-то, в общем, тоже самое, типа, как 30-35 задрот на нем по-любому привезет. Так, идем к C800, который там уже самый давний какой-то, самый первый, с первых чисел. Наверное, этот. Не, это 32. Ну вот, C800, 32 левел. Значит, кстати, еще в аренде. Ну, в аренде, ладно, не будем смотреть. Или будем. В аренде, блин, нельзя посмотреть. Ну, короче, сейчас возьмем какой-то другой C800. 32 левел есть вот у меня. Значит, с
смотрим. Третий уровень бульдозера. На нем можно добыть тоже 20 тысяч. 273 рубля он привез. Смотрим статистику. Значит, с 1 числа по 10 он привез 272 рубля. Ну и в среднем 30-ку на нем фармить можно. Задроты будут 35-40 фармить по-любому. В общем, такая вот доходность. А бульдозеры, которые можно будет купить. Ну, у меня 4 и 5 левел бульдозеров нету. Что-то про бульдозеры мы вообще забыли. Ну и таких вот нету, знаете, обычных, простых. Про них я ничего тоже сказать не могу. Надо будет себе 4 и 5 купить. Или лучше 5. Лучше вообще 2 5 купить, мне кажется, потому что, ну, этот по любасу будет нормальный. За 25 тысяч. Надо будет его проюзать, попробовать. Так что как-то так. Ждем скидок. Надеюсь, они будут скоро, так как это месяц праздничный, новогодний. Надеюсь, нам он принесет много шары и много прибыли. Такое было видео. Обращайтесь ко мне, пишите, что вам было там не ясно. Будем все это разбирать на видео. Надеюсь, будут вопросы актуальные и интересные. Просто все хотели узнать, какая тачка сколько добывает в среднем. Я показал все тачки, которые у меня есть, сколько они добывают. Надеюсь, вопросов будет по этому поводу теперь меньше. Ну и всем удачи. Пока-пока. До новых встреч и поменьше скама. Всех пока.